этой неделе конкурс домашнее задание. Тема домашнего задания в школе будни. Как первое выступает команда «Сахар». Итак, аплодисменты провожаем команды. Готовится. Маленькая Шакира с мамой в магазине игрушек. Шакирочка, дорогая, что тебе подарить? А у нас в мясе время летит незаметно. Ля-ля-ля-ля-ля. Мальчик, парень, пацан, отец, уже где? Вот молодежь пошла, чего подаришь? Аккуратненько. Филипп Киркоров помогает охраннику решать кроссворд. Участковому понравилось. Детский психолог тоже заинтересовался.
Ну-ка, сынок, спой ка песенку. Эта песенка про нашу школу, и счастливо растет детва. Мы в нее ходим стайкой веселой. Но зараза, в 8 утра я от кравки в столовке худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Вызывают родителей в школу, я же лишь, чтоб меня вызывать. Я не сдал мусора дядю Колю, и на шторе не буду сдавать. Все вокруг унижают и брешут, я запутался к черту судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Алексеев Андрей, 2-й Б. Сынок, мы переезжаем. Опять? После другой песни опять. Представьте, случай в столовой. Что вам? Мне как обычно. Что как обычно? Ну, пиццу, булочку, сосиску и супик. Что? Какую пиццу, какую булочку? А где Зинаида Петровна? Зинаида Петровна уволилась. Как? Ее булочки с кунжутом разбили мое сердце. Ее теплая заряночка с сосисочками больше не будет греть меня в холодные деньки. Мой желудок наполнялся любовью ее стрельки. А самое-самое главное, это дознавалось мне все абсолютно бесплатно. Нет! Так что не брать будете? Тогда мне просто чай. И зачем я это услышала? Эй, парень, да. Я походите на дачу, ехай, может, ко мне. Ты что, дурная, что ли? Ехай, ротушку, помогай, ну. Сейчас, кстати, Владимир Владимирович, путем на переговор. Hello, my name is Michael the Clinton. I don't like Barack Obama, I like Putin's. My friends in the box. One box. Идите уже! Обычное собрание в обычных школах. Не школа, а бедность какой-то. Зачем деньги постоянно сдаем? Шуба у нее есть, сапоги зимние тоже. А я тут слышал, что она машину стукнула. Ой, вот это родители, это не беда, не беда. Я сам я здесь на краске делал. Не переживайте, это не беда. Сырцева, кстати, вы почему на каждом собрании молчите? А я вот не сдавала деньги, так и не буду немножко давать. Молодец, Сырцева, молодец, вот я так забуду. Деньги. Да, так и сделаем. Сейчас придет эта учительница. Здравствуйте, дорогие родители. Здравствуйте. Итак, начнем с отметок. У всех все хорошо. Вот. Кроме Сырцевой. Вот. А я в 13 раз ребенок уже был. А что я даст моим ребенком? Ну, он растет по внешним признакам, по умственному. Выглядит тупо и нерешиво. Вот. А я всегда знаю, что он сын тупой и нерешивый. А между прочим, вы как считаете, только вы? Все остальные считают его умным и талантливым мальчиком. Ну, был бы он умницей, его мама дала деньги на занавески. Да, ключево. Не даю деньги на занавески, сиди и молчи. Мы уже третий раз даем деньги на занавески. А занавески как и нет. Может, занавески принести? Так, давайте каждый будет заниматься своими делами, иначе этот родитель начнет тратить ребенка. Да. А он вам давали деньги, чтобы вы повели детей на водопад. А вы повели к себе домой. Ну и что? Вы были у меня дома? Да, мы были дома. Нет, это слишком дорого. У меня, между прочим, дома 3 собаки, старый рояль, а второго фольгрома, и он болеет. Что вы хотели сказать? Ну что же, я должна бросить мужа одного и идти шляться по лопатам, что ли? А, смотрите, вы не понимаете, что я сидел, все молчи тогда. Вот учительница в другой школе собирала деньги на занавески и укатила с любовью в Майами. Плохая учительница. Вот, Дарья Сергеевна, золотой человек. Давай послушаем.
Я думаю, мы их исправим, и он обязательно получит золотую медаль. А разве у нас у вас не такой же светлый? А светлый надо дать шею. Пряников. Пряников, где здесь? Сюда нужно выйти в собрание. Ваш ребенок обязательно получит золотую медаль. Я не знаю, что случится, если он не получит наводнение и землетрясение. Фух, вас вот так. А я сразу говорю, зрительно плохая. Вы изрыдная дика коллектива. Здравствуйте, уважаемые родители. Я проходил мимо, слышал вас с шумом, когда вход принимает, побегал. Шутка из КВН взял, смешная, да, мне понравилось. А вы что здесь собрались, уважаемые? А у нас здесь родительское собрание. Родительское собрание? Да. Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна, я 2 года назад уволил за кражу имущества особо крупных размеров. Держите, что вы встали? Стоять. Я умею владеть карате. Город маленький, еще свидимся. Держи, что вы сели? Ну что ж, в заключение, дорогие учителя, мы хотели бы поздравить вас с этим замечательным праздником. Вы самые лучшие и самые любимые. И если мы сегодня проиграем, знаете, мы специально. Сюда, сюда, за окном мясо, все, команды, так, спасибо.